причем у меня дочь живет в Канаде, и внук. И вот он ехал к зубному врачу, но там надо было двумя автобусами ехать. Но молодежь в заднем кармане, они ложат все документы, все, там и карточки банковские, там было $400, вот, и все это в кармане. И он с этого автобуса одного вышел и пересаживался в другой, кармана нет ничего. Слушайте, и он так, как-то он добрался домой, вот, и звонит мне дочь. И я стала в молитву, с верой именно. И я просила: Господь, пусть найдется человек тот, который найдет и вернет это все. И вы думаете, что? Приезжает на утро, не приезжает, а звонит на утро женщина. Вот, это ваш телефон такой, ну это да. А вы можете со мной встретиться? Но они договорились, где они встретятся, женщина в возрасте. И она ему возвращает все, что нашла. Все документы и деньги, и даже не взяла благодарность. Во имя Иисуса Христа. Вся слава Господу.